Давайте откроем пророка Исаию. Я хотел сегодня один стих, чтобы прочитали. Сейчас скажу, какая глава. 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Аминь. Итак, Бог говорит, что каждый, кто называется именем Божьим, он сотворен, он образован и он устроен. Не было времени, я не посмотрел, как на иврите все эти глаголы, но они все разные. Они показывают какое-то глубокое предназначение в устроении человека. То есть, когда Бог сотворил человека, когда Он его сконструировал, когда Он его устроил, когда Он его образовал, это очень что-то сложное, я понимаю. Он это сделал для своей славы. Человек был сотворен для определенной цели. Душа человеческая была сотворена для определенного предназначения. Бог творил человека под себя. Бог создавал храм, в котором хотел поселиться. Поэтому любая душа человека, если она не наполнена славою Божию, она чувствует пустоту, чувствует неудовлетворенность и, конечно же, состояние несчастности. Мы знаем, что когда Давид решил построить храм, ему было сказано, что ты не можешь построить храм, твой сын построит храм. Но не в рукотворных храмах живет Бог. И мы знаем, что Бог всегда знал, что будет время, когда Он Духом Святым поселится внутри человека. Иисус – это был первый человек, храм Божий, который был на земле. Он сам Бог был на земле, но Он также был первенец. Он был первый из новой расы. Он показал, какими мы будем – людьми, наполненными Духом Святым. И в послании к Римлянам апостол Павел очень ясно говорит, каково страшное последствие грехопадения. Он говорит, все согрешили. И что самое страшное произошло? Лишены славы Божией. Аминь. То есть, самое страшное, что произошло в Эдемском саду, через грех люди были лишены присутствия Божьего. И грешник, он лишен Божьего присутствия, но мы, прощенные Иисусом, мы, люди, получили не только доступ в присутствие Божие, мы получили Божие присутствие внутрь себя. И если главная трагедия греха в том, что человек лишился славы присутствия Божьего, то главное наше предназначение – искать присутствие Божьего. Самое главное, для чего Бог нас спас – Он нас спас для Себя. Он нас вернул Себе. Мы, уверовавшие, мы спасенные не просто от ада, не просто от греха, не просто от мира, мы спасены для Него. Мы Ему принадлежим. И человек никогда не будет счастлив, если он не будет всю свою жизнь наполняться, жаждать, искать, иногда мучительно искать славу Божию в своей жизни. Даже сам вот этот мучительный поиск делает человека счастливым уже. Потому что человек верующий, я сейчас не говорю про неверующих, верующие в любом случае люди несчастны. Они имеют поверхностное псевдосчастье, которое очень быстро уходит, которое не наполняет, не насыщает, ничто не может наполнить, ничто не может насытить. Все здесь это пережили. Неважно, сколько вам, 14, 15, 40, 80 лет. Все немножко пережили, что есть счастье человеческое. Оно очень быстро
испаряется, и остается пустота в сердце, остается ничто. Но Бог имеет свою цель, чтобы мы были счастливы. Знаете почему? Потому что Бог желает, чтобы мы были подобны Ему. А Библия говорит однозначно в послании к Тимофею: «Блаженный, имеющий бессмертие Бог». На нашем русском языке стоит такое слово «блаженный». Блаженный – это в высшей степени счастливый. Знаем ли мы, что в этой вселенной, сотворенной во всем мироздании, есть самая счастливая личность? Это Бог. Знаем ли мы, что самая радостная личность – это Бог? Знаем ли мы, что счастливый и радостный Бог явил себя в лице Иисуса Христа? Иисус был помазан елеем радости более всех соучастников. Иисус – это стопроцентная радость и счастье. Мы должны понимать и мыслить о Боге такими категориями. Бог счастливый, Бог радостный, Бог веселый. Он такой на самом деле. И Бог был такой всегда. Не было людей, не было земли, не было ангелов, не было архангелов, не было никого. Но Бог был, Он есть. И Бог тогда уже был радостный, веселый и счастливый. Не подумайте, что Бог был несчастный, ему было грустно, и для того, чтобы ему было повеселее, он себе ангелов сделал. Нет. Бог идеален, он самодостаточный. Он не сотворил никого для того, чтобы ему было радостно. Он сотворил все творения, чтобы и они были счастливы и радостные, как он. Поэтому с Богом и без Бога он всегда счастливый. Это не его вопрос, это наш вопрос. И Бог сотворил человека, чтобы и человека наполнить своим счастьем. Как человек может быть наполнен радостью и счастьем? Только если он наполнен самим Богом. Сам великий дар, который Бог дал верующему человеку, это самого себя. Аминь. Вы не можете быть счастливы ни в чем. Ни в чем то, что вам Бог даст. Он не может вам дать более того, чем Он есть сам. Бог это знает. Иногда даже верующие чувствуют себя несчастными, если Бог так-то или не так-то в их жизни действует. Правда? Я несчастный, потому что Бог мне это не дал или не то не дал. Поймите, счастье не в том, что Бог дал, а счастье в нем самом, в самой его личности. И пока мы это не поймем, мы даже будучи верующими, будем несчастными иногда. Бог как-то не так действует в моей жизни. Вопрос не как Он действует, а вопрос, сколько Его в нашей жизни. Вопрос не то, что Он нам дает, а вопрос, сколько Его самого в нашей жизни. Потому что стопроцентное, вечное, безграничное счастье – это Он Сам. И мы не должны Его променять ни на что в своей жизни. И самое главное – это надежда. Это наше упование, это наш взгляд в будущее. Наше будущее будет с Ним. Апостол Павел говорит: пока я в теле, я устранен от Него. Апостол Иоанн говорит: мы не знаем, чем мы будем, но мы увидим, какой Он есть, и будем подобны Ему. И всякий, имеющий эту надежду, освящает себя. Смотрите, апостолы, они взирали не на кончину даже свою, они взирали в вечность, сквозь земную жизнь. И они не просто ожидали небеса, они ожидали Бога. Это было для них небеса, это было то место, где есть Он. Для них не так важно было, что я буду на небе, сколько у меня будет на небе. Трехэтажный у меня будет дом или пятиэтажный будет на небе. Ну ладно, здесь не повезло, хоть там что-то получу. Самое главное, что их привлекало, это то, что они будут с Ним. Я даже понимаю то, что Павел говорит, что я бегу, чтобы никто не восхитил мой венец, мою награду. Я думаю, он понимал, что он эту награду и венец возложит к ногам того, то самое главное для него, как и старцы, как и все, просто все полагали к ногам Бога.
Не знаю, это мое предположение, что Павел, он не просто хотел что-то получить, он хотел что-то получить, чтобы положить к ногам того, к которому он стремился всю свою жизнь. Он понимал, самый главный приз – это кто? Это Иисус, которого он достигал всю свою жизнь. Он говорит, не достигну ли я Христа, как и Он достиг меня. Посмотрите, он от всего отказался, все подсчитал. У нас написано «тщитою», сложное слово «тщита», старорусское. Нет, на греческом написано «навоз». Ну, это «навоз», это я культурно сказал. Он сказал, вот «навоз человеческий». Он говорит, все, что это, а потом сами любое слово. Вот это, говорит, вот это все, говорит, вот это. Но Павел был очень культурный, высокоэрудированный, интеллектуальный человек, но он мог так выражаться. Он мог выражаться, чтобы хлестко подчеркнуть значимость превосходства Христа. Он говорит, это все мусор, это все навоз. Все ничто ради чего-то более превосходного. Апостол Павел хотел быть счастливым. Он хотел все время достигать Христа, он все время хотел быть вместилищем Божьей славы. Мы с вами сосуды милосердия Божьего, правда? Согласны, что мы те сосуды, которых Бог помиловал? Они приготовлены для чего? Для славы Божьей. У нас есть предназначение. Мы хоть и глиняные сосуды, но мы вмещаем великое сокровище, которое Бог, которым является сам Бог. Даже в русском языке очень много слов, которые идут корнями из христианства. Например, вы знаете, что, ну, на иврите просто все прагматично. Йом решен, йом шейни, там первый, второй, третий. Но в английском языке, в немецком языке еще до сих пор все от язычества осталось. Сандэй, солнечный день, лунный день. Это все осталось от Римской империи, от языческих корней. Но в русском языке мы знаем, что первый день недели, это начинается с воскресенья даже. То есть начинался день воскресный. Слово «воскресенье» обозначает воскресение Иисуса Христа из мертвых. И также интересно само слово в русском языке «счастье». Оно в себе корень имеет часть чего-то. И мы никогда не будем счастливы, если мы не будем причастниками божеского естества более и более. Счастье – это быть частью кого-то. Это часть кого-то иметь в себе. Это предопределяет то, что если мы желаем на самом деле быть радостными, счастливыми, то мы должны всей нашей жизнью, всеми нашими помыслами, всеми нашими устремлениями прославлять Бога. Аминь. Звучит красиво, высоко, согласны? А как Бога можно прославлять? Каким образом? Апостол Павел говорит, едите ли вы, пьете ли, что бы вы ни делали, вы должны прославлять Бога, во славу Божию делать. Не только собраться здесь и прославить Бога, всей своей жизнью вы должны прославлять Бога. А что же его прославляет? Знаем ли мы, что Бог более всего прославляется, когда Он является наивысшим уровнем счастья в нашей жизни? Бог более всего прославляется, когда мы наслаждаемся Им более всего. Вот так. Можно показаться как-то эгоистично вроде. Так что, чем я больше удовлетворяюсь Богом, тем я больше Бога прославляю. Да, так оно и есть. Так оно и есть. Если мы счастливы, радостны, удовлетворены им и только им и более всего им, вот этим мы прославляем и говорим, вот самая великая драгоценность. Вот самая великая ценность во Вселенной. И этим Бог прославляется. Поэтому это хорошо и правильно искать счастье, искать удовлетворение только в Боге. И даже не только в Боге, а именно им самим наполнять свою душу. Его слава – это он сам, это само его присутствие. Но если он счастливый, блаженный, радостный Бог – когда эта слава наполняет нас, мы должны быть такими же. Теперь, наверное, становится понятно, о чем Юра говорил.
Те люди, которых убивали за веру, они не просто фанатики были. Это были люди не просто, которые, ну, убивайте нас. Смотрите, свидетелями воскресения Иисуса Христа было 500 человек написано, примерно. Получается, что христианство – это была очень малочисленная иудейская секта на то время. Среди иудеев, на то время их было, может быть, не знаю, 2 миллиона или не знаю сколько. Огромная Римская империя, да? Представьте просто сейчас все события, которые говорю. Римская империя, иудеи, примерно, может, 2 миллиона, могу ошибиться. Из них примерно 500 человек начальных последователей. Может, больше, может, меньше, но вот так, не что-то глобальное. Маленькая секта. Через 300 лет 10 миллионов. В Римской империи было христиан. 300 лет гонений. Это не было 300 лет официальной религии. Это 300 лет их гнали, убивали, терзали, сжигали. И 500 превращается в 10 миллионов. Какая сила распространения Евангелия была. Притом мы знаем исторические факты, что когда в Риме на арене верующих сжигали и терзали, это было что-то такое странное, что люди, которые видели, хотели быть такими же и принимали Христа. Что такое происходило? Странные события. Они видели людей счастливых. Они видели мучеников, которые были наполнены неземным счастьем. Это было какое-то сильнейшее свидетельство Евангелия. И люди были готовы стать такими же, зная, что их завтра точно так же смогут убить. Для просто мирского человека это какое-то безумие на самом деле, это ненормальность. Ну как так может быть? Но поверьте мне, если бы не было что-то сверхъестественного в этих людях, это бы не привлекало. Это не просто было, что они рассказывали, покайтесь, был Иисус, там в Иудее произошло. Не просто они эти вещи рассказывали, сама их жизнь, сама их смерть часто была величайшим свидетельством, что они были воистину счастливые. Настолько они были исполнены. Мы немного событий знаем, но нам достаточно даже увидеть смерть Стефана. Когда его побивали камнями, его лицо было как лицо ангела, написано так. Мы читаем, что он уже видел небеса открытые. И это было проповедью Евангелия, самая его смерть. Насколько мы сегодня являемся проповедью Евангелия? Нас, слава Богу, не убивают. Нас, слава Богу, пока не часто бьют вот так. Из наших, по-моему, вообще это первый случай, который я знаю, когда по-серьезному отколотили нашего миссионера. Насколько мы сегодня можем достигнуть людей в этом городе? Настолько, насколько мы будем счастливы в Боге. Евангелие – это не просто, что вы подошли и, стесняясь, потной рукой засунули брошюру в руку кому-то, листовку. Это не работает просто так. Работает то, что люди видят в ваших глазах, то, что видят на вашем лице. Написано, что Евангелие – это благоухание Христово, которое для одних запах жизни живительный, для других смертоносный. Это что-то, что проявляется как атмосфера распространяется вокруг нас. Но если я полудепрессионная религиозная личность, замкнутая сама на себе, и когда я иду по миру, я смотрю, и людям жалко меня, ну, понятно, бедный человек попал в секту. А ты говоришь, ну, пока бедный, зато от ада спасусь. Пойдем со мной, будешь таким же. Помучаемся немножко. Ничего, нам этого нельзя, нам этого, нам нельзя, этого. Ничего страшного, нам все нельзя, но зато от гиены огненной спасемся хоть. Ну, я не знаю, может быть, кто-то, Бог милостив, может, на кого-то и повлияет, конечно. Но если человек в высшей степени счастлив, это счастье видно, его не спрятать. Ему скажут, что улыбишься? А он не может не улыбиться, потому что он наполнен жизнью. Потому что
посмотрите, сколько раз, почти уже как заповедь проводится по Новому Завету. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Почему об этом говорится? Это не подумайте, что лицемерное поведение христианское. Плохо, радуйся, скрипя зубами, радуйся. Нет, об этом не говорится. Говорится о искреннем внутреннем состоянии. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: радуйтесь, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Это он пишет послание из тюрьмы. Он сидит в тюрьме в Риме и пишет послание. Чего там радоваться особенно? Притом сидит не в камере с кондиционером. Человек сидит, ждет смертной казни в тюрьме, прикованный к римскому солдату, к охраннику, в грязи в какой-то там, в подвале. Там тюрьмы были ужасные. И пишет: радуйтесь, радуйтесь, и еще говорю вам, радуйтесь. Почему? Потому что он что-то имел в себе. Почему Петр, избитый, мог настолько петь и прославлять Бога ночью, что все узники слышали это? Что двигало? Я думаю, на самом деле люди были наполнены великим счастьем Бога. Мы же имеем такой же доступ каждый день. Аллилуйя! Если ты почитаешь себя рабом Божьим, хочешь быть верным, я думаю, каждый бы сказал правду, по крайней мере, вы бы хотели быть таким, верным Богу. Он говорит: так войди в радость Господина своего. Он же желает, чтобы мы вошли в его радость. Аллилуйя. Мы определены, я бы сказал даже не так, более, я сказал, грубого или даже более сурово, мы обречены быть счастливыми. Зачем мы уворачиваемся от этой участи? Почему мы пытаемся увернуть от нее? Хорошо, давайте поговорим практически. Я думаю, что вот с посланием вы согласны, но не всегда это можно согласовать с нашей жизнью. Правда? Сейчас все понятно, но завтра вдруг опять, может быть, станет нехорошо, тревоги придут накинуться. Во вторник, например, вообще можно в депресняк впасть. В четверг посмотрел распечатку банковского счета, туши свет, потому что уже хашмаль отключают. У кого что? Неважно. Где же мы пролетаем? Вы знаете, что грех – это пролететь, это промахнуться, это пройти мимо цели. Где это происходит? Все очень просто. Все началось в Эдемском саду. Люди были созданы для чего? Для славы Божией. Но через грех они стали смотреть сами на себя только. То есть вся проблема начинается, когда мы смотрим не на Бога, но когда мы погружаемся сами в себя. И тут же нам себя жалко, поверьте мне. Как только посмотришь в себя, ой, жалко как. Самосожаление, самокопание, самообвинение, самооправдание. У некоторых даже все христианство крутится. Само осуждает, само себя оправдывает. Апостол Павел говорит: я сам о себе не сужу. Есть кому меня судить. Я сам себя не оправдываю, есть кому меня оправдывать, понимаете? Но проблема в том, что человек, он замыкается сам на себе, он ничего не видит. Опять же, апостол Павел говорит такую, во втором послании Коринфянам, такую, может быть, редкостную вещь. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же мы скромны, ну там более правильно перевести, если мы благоразумны, то ради вас. Какая странная фраза. Выйти из себя ради Бога. Но там много смысла кроется. Во-первых, в этой главе он вообще говорит о выходе из тела, что мы в ветхой храмине находимся. Во-вторых, здесь говорится о каком-то безумии в отношениях с Богом. И Павел был один из тех, кто даже был из тела восхищен. Он знает, что это такое. Но также здесь говорится о том, что если мы никогда не будем счастливы, если мы не выйдем за пределы самого себя. Понимаете? Чтобы быть счастливым, нужно выйти из себя. Для Бога. Я как-то утром проснулся, очередной раз несчастным. И понимаю, что
Надо просто сказать, да тьфу на тебя. Я думаю, на кого тьфу? На ветхого человека или на нового? Я думаю, а где у меня ветхий новый? И думаю, запутался, говорю, да тьфу на вас, на всех, говорю, знаете. На всякий случай. Я уже думаю, тебе там надо различить, где он, не он. Я говорю, тьфу на тебя. Отворачиваю. И такой счастливый стал. Это теологически вообще все неправильно, но работает. Я просто встал, плюнул на него. Это не пренебрежение собой, это просто достал уже. Понимаете, достал уже. Вот постоянно ноет. Прикидывается маленьким ребенком каким-то унылым внутри. Я сразу вспоминаю стихи такие, знаете, мирской разум, он же погружен во тьму. Помню, такой был музыкант, как его звали, Егор Летов, группа «Гражданская оборона». Кто-то знает, может быть, русский панк-рок. Никто не знает, ну и слава богу, что не знаете. Вот так, он такие психоделические вещи, психоаналитические находил, так, у него был такой как бы прообраз, и как, как-то маленький ребенок заплачет внутри. Вот знаете, вот такое внутреннее, о, жалость, одиночество. Мне так это нравилось. Хотелось вены вскрыть сразу даже. Аж такая глубина жалости к себе. Такое величие гордыни, что хочется вскрыться тут же. Я один раз себе вскрыл вены, будучи неверующим. Знаете, я, может, это не слушал, но вот это внутреннее состояние греха, гордыни, саможалости, какой я несчастный. Поверьте мне, вот этот ребенок внутри, это хорек, которого душить надо. Это вранье, это старичок, это бес сидит. Это, знаете, ой, я маленький, несчастный, потерянный в этом мире. Ребенок, это не ребенок, это злой гном, это ветхая природа. Он прикидывается. Его не вылечить. Надо лечить, нужно помочь, нужно выслушать. На крест его распять, приколоти, все. Перерезать ему горло. С ним не надо разбираться, с ветхой природой. Надо проснуться, тьфу на тебя, достал уже. Хватит ныть уже. Несчастный. Меня не выслушали. Да заткнись, кто тебя слушать будет? Ты мертвый, что ты выходишь? Тебя нету. Аминь. Мы крещенные люди или нет? Так мы же погреблись смерть со Христом. Все, до свидания. Старое прошло, теперь все новое. Хорек должен замолчать этот. Гном заткнуться должен. Я новое творение во Иисусе Христе. Аллилуйя, я счастливый. У меня есть Бог. Хорошо. Этот сразу такой, да-да, хорошо. Но не совсем. Вот же подлец, а! Хочешь сказать, тебя кто спрашивает вообще? Я думаю, сейчас кто-нибудь зашел со стороны, бы не верил, сказал, точно раздвоение личности у людей, шизофрения, погнал уже, другим рассказывай. Но я-то думаю, вы понимаете, о чем я говорю? А насколько часто этот подлец, ветхий человек, греховная природа Адама, будучи язычницей, христианизировалась, перемешалась, камуфлировалась, и теперь уже начинает тоже голос подавать. Пойдем помолимся, в церковь сегодня сходим. Какие-то заявления делают. Счастливый хочет быть в Царство Божие. Сказать, ты Царство Божие не наследуешь вообще. Кто тебя спрашивает? Правда же он не наследник? Неужели сын рабы может быть наследником? Наследник только сын обетования, рожденный от Бога, человек в нас. А этот, так он же постоянно гонит нас. Написано, изгони рабы и сына ее. И будет хорошо. Аллилуйя. Почему верующие несчастны? Потому что слушают хорька. Гнома этого слушают. Потому что живут ветхой природой, которая уже становится полурелигиозная, полумаразматическая, полуязыческая, полугреховная, непонятно какая.
И эта природа все время пытается отвлечь нас от Христа, чтобы мы смотрели сами на себя. Чтобы мы вникали в себя. Чтобы мы, придя в церковь, в молитву, в поклонение, все равно, я пришел в церковь, и все равно, все вокруг меня, вокруг моих мыслей. У меня 3 тупых религиозных мысли, и как домино их меняю местами постоянно, я очень умный. У меня уже 3 мысли есть, я могу их местами поменять. Вот я с ними стою здесь. Это не про вас, это я про себя рассказываю, не волнуйтесь. Представляете такую картину? Альпинист очень долго взбирается на какую гору, предложите мне? Эверест. Джомолунгма. Ну, не пик коммунизма, хорошо? Это не одно и то же? Долго взбирался. Представляете, вот видели такие фотографии? Снежные вершины обычно фотографируют, и стоит человек там. Вот представляете, ты взбирался на вершину, ну, не знаю, сколько там, 3 дня, 4, снежные заносы, и ты раз, все открывается, и ты в этот момент сосредоточен. Грязь у тебя под ногтями, например, там. Что такое у меня под ногтями? Ой, и прыщик на пузике у меня тут. Надо выдавить прыщик. А еще мне нужно самооценку поднять сейчас здесь. Я вообще должен потенциал тут свой развить. Я сюда и забрался для этого. Но правда ли это идиотизм? Правда, человек теряется в величии того, что он видит. Ему там не до непостриженного ногтя. Все, он вышел, наверное, Юра понимает, или кто с ним летал на параплане, или кого он скидывал с самолета на парашюте. Когда тебя скинули с самолета, даже если прыщик и был на животе, забудешь. Минимум 2 дня. Так оно? Вы представляете, когда человек на вершине, он видит величие, а насколько большее величие, когда мы молимся Творцу? Насколько более великий тот, кто сотворил все это, Эверест и все. И когда мы приходим к Богу, мы начинаем чистить ногти свои, знаете, свою, рассматривать себя, свою убогость. Да как можно быть счастливым, если мы приходим в церковь, приходим к Богу, приходим на молитву и погружаемся в себя, в свою ограниченность? Когда мы предстоим к безграничному, мы-то ограниченные, а он-то безграничный. Представляете, насколько можно восхищаться в духе тем, кто есть совершенная красота? Вообще, это реально, что я говорю? Ну, практически. Так-то красиво звучит, конечно. Или, может быть, только некоторые мистики отправить на гору Афон и старцы к концу жизни достигают такого. Я верю, что старцы на горе Афон счастливые люди, нет сомнений. Я в этом не сомневаюсь. Но все-таки я думаю, счастье для всех. Христос пришел для всех. Я думаю, что и мы, простые люди, живущие здесь, среди мира, можем восхищаться красотой у Христа, наполняться им и наслаждаться им более всего. Если не знаете, как, попросите, он откроет. Просто в молитве: «Господи, я хочу быть счастливым. Наполняй меня, веди меня, давай мне переживания. Господи, выведи меня, вытащи меня из себя, наконец». И вообще перед молитвой иногда нормально сказать: «Тьфу на тебя, ты на молитву не идешь, все, за дверью остался». Религиозного хря, не хря, кто не кошерный, хряка за дверями оставляете. И потом выходишь, и не надо его брать, пускай там и сидит. Аллилуйя. Аминь. Ну как хорошо все, а? Вот повезло-то ведь как, просто от сил нету, а? Вот повезло, и Бог взял и нашел нас, а? Да-то нашел, чтобы были самые счастливые. Чтобы самые радостные были. Представляете, у Бога дети Бога. Не просто
плаксивая, сопливая, постоянно такая... Кто это? Это дети Божьи ходят. Видите, оборванцы заплаканные. Мы одиноки, мы брошенные. Иисус говорит, не оставлю и не покину вас. Он говорит, я уйду, другой придет, кто вас никогда не оставит и не покинет. Лучше, чтобы я ушел, потому что пошлет Отец Духа Святого, и я приду и буду с вами на всяком месте. Вы в руке моей, никто вас не восхитит. Я до скончания века с вами, где двое или трое собраны во мое имя, и я посреди, и Он сейчас здесь. Так мы не оставлены. Я не знаю, хочется завизжать, упасть на пол и дрыгать ногами. Я не знаю, у меня ограничены представления о счастье. Я не знаю, как из себя еще можно выходить. На прошлом служении у нас в Крыветов, в субботу, я так осчастливился. И так танцевать хотел. Так говорю, давайте рок-н-ролл вообще. А все рок-н-ролл как-то по-христиански стали танцевать. Стоят, и так тоже так. Ну, как-то вот так. Вот так. Я говорю, что это, рок-н-ролл, что ли? Сейчас научу вас рок-н-ролл. Не знаю, научу, уже лет 20 не танцевал. Ну, решил показать. И пошел вокруг стола. И на это же в это время у нас с утреннего служения пятидесятники пришли. Мне потом сказали. Они вообще, по-моему, первый раз пришли. А я вообще, по-моему, первый раз вокруг, в жизни вокруг стола бегал вот таким образом, босиком как бы. Я потом говорю братьям, говорю, это Господь только сделал. Такие совпадения не бывают просто так. Я, конечно, себя не возвеличиваю, но сразу вспомнил Давида, который, знаете, когда несли завет, ой, не завет, простите, ковчег завета в Иерусалим, он танцевал, и там стоит такой глагол на иврите «кудахтал». Ну, то есть там танец такой, как бы, он такой одел. Вот такое делал движение. То есть он не просто танцевал там танцы дочерей Сиона там какие-то. Нет, он как петух прыгал. Я не знаю, что за танец был, но глагол написан «кудахтал», короче, вот так. Видимо, совсем уже как бы обрадовался. Настолько обрадовался, что жена говорит, ты чё, упал что ли? Ты чё, говорит? Ты, говорит, себя унизил перед служанками, перед людьми унизил. А Давид говорит вообще странную вещь. Говорит, я еще более унижусь в глазах своих. Интересно, он сказал, даже не в глазах служанок, я, говорит, еще в своих собственных глазах более унижусь. Настолько мне хорошо. Знаете, что он сказал? Да плевал я. Аллилуйя. Вот Юра хочет добавить. Не, правда. По поводу счастья, я действительно, я вам помню, приезжал, рассказывал. Вот это когда перестаешь жить для себя, как-то забываешь себя в жизни Бога и переживание такого счастья. Ну, ничто не может просто, то, что Глеб сказал, и то, что апостол Павел написал, ничто не может сравниться. И вот это вот счастье, оно компенсирует все. То есть любое какое быть в нашей жизни там неудобство, там выключенный хашмаль или банковский счет, или что бы то ни было, может быть до какого-то, какое-то время вот полнота или хотя бы какое-то вот переживание какой-то части этого счастья, это то, чего мы хотим. Мы боимся это получить, потому что у нас что-то еще, может быть, что-то мы держим в руках. Бог говорит, освободите свои руки, освободите себя от себя для того, чтобы принять меня. Вы сами собой, сами себе несчастны, примите меня, свое счастье, и будьте счастливы мной. Я вот действительно я это пережил. Я это переживаю сейчас, может быть, не в той мере, в которой я переживал, скажем, какое-то время там назад, но я знаю, что я счастлив. Я
знаю, что каждый из нас счастлив, только об этом еще не знает. И, может быть, действительно этот гномик обманывает нас, дурит. Точно, дурит. Нас дурят просто. Как, знаете, я удивляюсь сейчас. Меня дурили, я с детства там мне рассказывали про Советский Союз. И я, знаете, насколько я верил в этот бред, и я думал, что я... Как мне повезло! Как мне повезло, что я в Советском Союзе родился. Вот, думаю, меня дурили. Так вот такой же гномик сидит, вот этот вот ветхий человек, и дурит нас. И в то время, как мы несчастны, как, в то время, как мы по большому счету, ну, и имеем это счастье, мы обмануты, мы живем какой-то своей отдельной от Иисуса Христа жизнью, мы в ней несчастны, но мы боимся с ней расстаться, чтобы принять его жизнь. Рассказывал, да, как обезьян ловят? В Африке, да? Нет? А, ну, обезьян, знаете, как ловят? Обезьянам в дупло засовывают там банан, но так, что она руку в дырку может засунуть, а с бананом уже вытащить не может. Но она настолько жадная, что она засовывает, схватит банан, и его, она уже не отпустит его. Вот он ей очень нужен, понимаете, это ее счастье. Так вот, я думаю, что вот мы в своей жизни, многие ухватились за свое счастье, или мы тянемся за ним. Ой, нам вот этого надо для счастья, и вот этого еще нам для полного счастья надо, и вот этого нам точно не хватает для счастья. Вот если вот это все у нас будет, и мы вот как-то схватимся, ну вот тут вот поймать нас очень легко. Я думаю, дьявол многих так и ловит. Да, сами ловимся. Действительно, Иисус сказал, что оставьте, говорит Иисус, свою жизнь. Оставьте свою душу, отвергните себя. Вы сами себе мешаете, мы сами себе мешаем. А как же завтра? Да не надо думать о завтра, не волнуйтесь. Бог говорит, волосы на голове ваши сочтены, Бог счастливый, и Он силен сделать вас счастливыми. Но пока мы сами будем делать себя счастливыми, пока мы будем твердо и упорно, зная уже путь и идя этим путем, делать, как бы идти к своему счастью, переживание счастья Бога не получится. Наши руки заняты нашими бананами. И еще настолько, насколько есть во Вселенной самая счастливая личность, это кто? И самая несчастная личность, самая отверженная личность от престола Божьего – это сатана. И Библия говорит, что сатана – это дух. Он дух, он действует в сынах противления. Это дух, действующий в воздухе, написано. То есть это дух отверженности. Вот этот гном, наша ветхая природа, она подпитывается этим духом сатанинским. Когда приходит, знаете, унылый дух, который сушает человека, когда приходит состояние вот этого кисляка, это дьявол, это бесы действуют в нас. Это не просто так. Он постоянно, как только он приближается к нам, он всегда нас делает несчастными. Нам только стоит попасться на приманку самосожаления, как только вы начнете жалеть себя, вам конец. Процесс пошел, реактор запущен. Он начинает действовать на нас сразу. И это после того, когда Бог нас объявил счастливыми, но Бог нас уважает, дает нам свободу, и мы, счастливые люди в Боге, позволяем через свое самозажаление открываться духу дьявола, духу отверженности. Через обиды, через другие вещи мы открываем себя мучителем, который мучает нашу душу. Зачем? Зачем мы это делаем? Для какой цели? Зачем сами себя, понимаете? Это называется состояние самообман. Знаете, есть обманщики люди, кидалы. Есть кидалы высокого уровня. Есть авантюристы. Но представляете, какое коварство кинуть самого себя.
каждый день кидать самого себя и быть довольным. Я круто себя кинул. Какой я крутой. Я себя, знаете, себя можно так кинуть, что на свою душу себя кинуть. По-крупному. Ведь на кон-то поставлено что? Не просто жизнь. На кон душа поставлена. Вообще, весь разговор ведется, что вся игра-то, играем-то по-крупному, правда? Ну, простите меня за такие образы, но по-крупному все идет-то. Ведь поставлена-то душа. Так неужели себя кинуть на душу? Как глупо. Если Иисус говорит, эта душа принадлежит мне, так не забирай ее у меня. И тогда уже раз и сразу, я так рад, что Он спас меня. Можете так сделать? Или тяжело? Кто может? Если хотите войти в Царство Божие, сказать, на детей посмотрите. Дети умеют радоваться. Не духовной радостью в духе религиозной. Там, у меня внутренняя радость. Она глубока во мне. Мы с хорьком радуемся. У меня религиозный хорек, мы с ним радуемся. Этот хорек тебя удушит рано или поздно. Потом будешь ходить, знаете, религиозное существо. Вы знаете, кислое, кисляк – это признак незрелости. Аминь. Кто знает, что кислое – это незрелое? Духовно незрелый человек, он имеет кислое выражение лица всегда. А духовно зрелый имеет сладкое выражение лица. Аллилуйя.